Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем наш репортаж со стройки в Ист-Пало-Альто. Тут была некоторая задержка, связанная с тем, что нужно было получить несколько пермитов там в городских всяких организациях. Вот. Ну и вот пермиты получили, работа пошла дальше. То, что вы сейчас видите, это грунтовочка. Вот такая она фиолетовая. Здесь вот шкаф, видите, тут рельсы поставили, вот тут смену стоят рельсы. Здесь темновато немножко. Вот просто камера вытягивает то, что вы видите. Света верхнего нет. Вот верхний свет вот так выглядит сейчас. Вот там проводочки, стакан. Там потом будет освещение. Вот тут справа входная дверь. Но она еще не закончена. Вот вообще вот в том месте, где мы сейчас тут находимся, тут мало чего закончено. Вот идем дальше. Так. Нет, что у нас? Скажи, Света, что? Ну вот стоят дверные рамы, уже движнила. Давай мы поглядим. Вот это дверная рама. Дело в том, что пока дом был старый, этот вот, да? Да. Там в 49-м году, у него не было рамы, в которую вставлялась дверь. То есть тут стояла просто стенд, доска, да? И дверь была прикручена прямо к этой доске. То есть не было отдельной рамы для двери. Ой, мама. Поэтому вынули вот все, что можно было вынуть, да? Чтобы сохранить хотя бы размер двери какой-то, пришлось переделывать этот опенинг. Да. Потому что иначе двери были бы намного уже, если вставить еще раму. Я понял. А вот то, что здесь эта дверь, это что? Это ее так продают? Я думаю, ее продают правильно, но такое впечатление, что ее покрасили, может быть, одним слоем, вот такое впечатление, что. Ага. Но еще раз. Тут вот уже есть на ней, слушай, вот петли дверные. Так она же пытается вместе с фреймом, она уже на петлях. А, понял. То есть они не ставили. Вот здесь. Этот вот фрейм, он пришел вместе с дверью, так они уже фрейм поставили. И вот там тоже. Вот, это шкафчик. Да. Это шкафчик и дверь в шкафчик. Да. Вот она тут стоит. Ну хорошо. А окно. Обработано как-то, да? Плохо обработано. Что именно? Что не так, скажи? Смотри, какое оно все щербатое, все какое-то неровное. Нет, ну так это же они еще не закончили, они только, они люди обещают, в процессе. Они что они сделают ровно. Люди в процессе, ну что, пусть работают. Вот, сейчас посмотрим, там еще нужно было в туалете. Это маленькая спаленка. Значит так, вот мы идем. Вот эту дверь тоже перейдем. Давай, покажи. Вот этот вот фрейм. Тоже 60... вставили раму. Она, понимаешь, она была 28, но если бы сделали, она бы совсем... 28 дюймов. Да, ее пришлось немножко переделать. Расширили. Да, переделали. А в туалете мы ничего не делаем внутри, да, или что-то? Нет, мы ничего не делаем. Мы новый шкафчик поставим, вот они стенку там... Вот, было... вот здесь будет новый шкафчик. Нет, ты видишь, там стенка была вся поломана, изъедена там каким-то... Да, чем-то не тем изъедена была. Хорошо, понял. Так, а что у меня за спиной? Еще одна спальня. Еще одна спальня, побольше как-то. Да, как тут хорошая большая спальня. Так, пол вот такой весь. Они сдали, звездки. Застелить его, чтобы не портить тут пол. Но мы все равно его чем-то застилаем потом, ну, да? Ну правильно, но лучше застелать чистый пол, чем... Так может быть они его помоют, прежде чем застелать? Ну, конечно, да. В общем, тут линолеум будет лежать. Это не линолеум, будет такая плитка лежать. Плитка линолеум, да. Да, и вот видишь, тоже они в шкаф сделали фрейм. Тоже. То есть тут на самом деле было много работы с фреймами. И вот этот люк... Это мы сделали. Да. Люк куда ведет? Люк ведет в crawl space для того, чтобы мы хотим ванну там делать. Подождите, а не было люка? В этом месте нет. Нет, то есть мы специально сделали люк? Специально сделали, чтобы можно было близко туда подползать. Кто, что и в ванне? Поползти. Хорошо, в подпол такой. Ну что же, все закрыто пленочкой для того, чтобы в момент покраски, грунтовки не запачкать стекло. Поэтому и свет такой необычный, и снимать внутри не очень легко снимается. Вы видите, тут, друзья, банки с краской, тут на полу много чего. Но вот тут пол закрыт, хотя правильно, бы они его картоном... Правильно, потому что здесь картоном... хороший паркет лежит на полу, так. И он все туда же закрыт. Это кухня, она закрыта вся пленочкой, чтобы тут не испачкать, что неплохо. Так, ну-ка пойдем туда, выйдем из кухни. Раз, окей. Так, ну здесь тоже окна, да, окна поставили, да. И, можно сказать, обработали. Такая кушательная или... Да, это грунтовка, это праймер так называемый, обработано праймером. Так. Вот мы поставили, мы сняли тот вот хитр, который был старый, страшный. Да, вот здесь там где висит вентилятор, кондиционер.
Вот под этим кондиционером это стоял... Это не просто кондиционер, это одновременно хитрый кондиционер. То есть он и греет, и охлаждает? Да. А он на улицу идет или что? Да, он идет на улицу, там еще будет стоять холодильный юнит на улице. Охлаждающий. Хорошо, а здесь была... Здесь... Здоровая такая колонка была. Здоровая колонка, которую выкинули. Да. Так, ну что же, вот этот камин, чем-то они его обмотали. Ну, они обмотали, что он мама... А, то есть он красивый камин. И мы хотели здесь полочки вокруг еще поставить. Полочку, там, в общем. Окей. Ну что, я бы сказал, что некоторые очертания приобретаются. Вот это место уже вообще не узнать. Тут было бог знает что на этом месте. А теперь заходишь, у тебя вот, шкафчик. Да, и шкафчик, и вот так. Это мы заново фактически построили, потому что здесь было снесли. Вот этот вот шкафчик поставили. Ну там были какие-то деревяшки, да. Что-то здесь было. Ну что же, очень прилично. Да, можем зайти, раздеться в такой шкафчик. Да. Вот. А это навесик. Тут мы ничего не делали. Идет дождь. Благословенная влага. Ну, стройка, она и есть стройка. Вот этот самый юнит, который снесли. Пока стоит прислонутый, можно сказать. Да. Все идет к тому, что рано или поздно стройка закончится, друзья. Да. Света, а вот то, что мы видим окна, из-под них какая-то бумага торчит, вот это как-то незавершенное. Нет, мы же стака будем делать наверх этого. И очень важно, чтобы между стакой и окном... Штукатурка. Стак это штукатурка? Да, он еще приехал. Так, ага. Так что, что мы хотим? Чтобы вода не проникала вовнутрь, да? То есть эта бумага должна здесь торчать? Должна, она должна быть под штукатуркой? Под штукатуркой. Ага.